Red Scarlet, Breeze и Manifest. Именно эти сорта картофеля выращивают в СПК «Гигант». Сегодня пришло время собирать урожай. На момент нашего приезда второй хлеб здесь убрали с площади около 12 гектаров. Всего же под этот корнеплод в хозяйстве отведено 400. К слову, лучшая погода для выкапывания клубней – ясный, но не жаркий день, когда температура воздуха не поднимается выше плюс 17 градусов, но не опускается ниже 10 со знаком «плюс». Мы только начали копать второй день. И простраиваемся, как налаживаем всю технику, регулируем все агрегаты, чтобы было все. И пойдем полным ходом. Все, срок пришел, и надо убирать. Механизированная уборка картофеля сегодня стала нормой для его крупнотоварного производства в Беларуси. Современные средства позволяют получить урожай второго хлеба с минимальными затратами. Полевод Владимир Шепелевич в прошлом механизатор. Сегодня следит за исправностью комбайнов и копателей. Пока еще агротехника ни разу не подводила, признается мужчина. Все как бы немножко новое, более современное, поэтому... Более-менее идет. Стоим, смотрим, чтобы нигде ничего не остановилось, не поломалось, чтобы поломки не было, чтобы все шло как положено. Во время уборки второго хлеба важно оберегать клубни от механических повреждений. После того, как кузов овощевоза наполняется, машина отправляется в хранилище, где происходит сортировка на крупный, мелкий и семенной картофель. За пару дней сюда поступило около 250 тонн продукции. Немножко влажный приходит. То есть то же самое, мы отсортируем на 3 фракции, закладываем в секции, но вечером включаем вентиляторы, то есть он сушится теплым воздухом. На линии стоит 5 человек, то есть они откидывают трава, камни где-то. Отборный корнеплод в основном идет на экспорт. СПК «Гигант» поставляет свою продукцию в Россию, Молдову и Сербию. 75% закупает восточный сосед нашей страны. Большим спросом у него пользуется сорт Red Scarlet. Лидирующее место картофель бобруйского хозяйства занимает и среди своих. Красуется не только на столах жителей района, но и белорусов в целом. Ведь они, как никто другой, ценят соотношение вкуса и качества. Завершить уборку второго хлеба «Гигант» планирует до наступления заморозков. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.